Всем привет, сегодня с вами в Horror Brawl проведем субботнюю игру. Но перед этим получим подарок от кеплорианцев. Смотрите, они мне прислали на почтовый ящик Content Creator Gift. Подарок 5000 монет. Пожалуйста за такую доброту. И мы сейчас можем пропустить какой-то ужас. Давайте проверять, что это будет. Вот, пропуск ужаса 590 монет. Берем. Подтверждаем, что это значит для нас. Мы огромную полосу можем взять бесплатно, что ли? Что, у нас монахини будет красный? Эпическая скин ад. Монетки. А, на кого применяем? Давайте применим уже на Чарли. Подтвердить. То есть это все я могу забрать себе? Смотрите-ка. И это все в одном видео. Рюкзак какой-то можем взять, принять. Крылья. Свинюшку берем. Еще 300 монет. Давайте опять на Чарли. Маска. Принять. А, скин монахини можем забрать. Забираем адский скин. Теперь заходим на монахиню и выбираем ей скин адский. Вот теперь класс. Персонализация. Кстати, у нас вместо рюкзака есть еще специальные крылья. Берем. Будет эффектно. Так, уже можем маску даже забирать. Выбираем. Также пишите в комментариях, кто из вас попал в видео. Потому что я уверен, что очень много подписчиков играет прямо со мной в данный момент. Появились. Рогатка. Сразу ее ставим. Нам нужно с вами добыть какое-то оружие. Ох ты, Уже пулемет есть. Так, к нам зашли гости. Кстати, кто вы? Слева где-то? Не по мне стреляют. Да, меня постоянно в сторону ведет. Ну сколько может стрелять-то? Автомат какой-то не очень мощный. Камни нашли. Камни, док. Где все? Нас вообще 12 пока. Очень много. Здесь сундуков нет. Везде развешаны картины. Либо с монахиней, либо с мороженщиками. О, Чарли. Так, ну это была легкая жертва. Просто стоит. Видите, не знает, откуда стреляют. Я, кстати, не выдавал себя. Аптечка у него была. Вместо дробовика желательно поставить. Быстрее, птичка. Все, взяли. Автомат. Взяли пулемет. Здесь, кстати, кто-то может засесть. Еще автомат, кстати, да. В игре очень много автоматов, заметьте, чтобы мы прямо воевали здесь. Выходим на улицу. На балкон. Нашел Чарли. Кстати, я за колонной стою. Аптечкой мы долго лечимся. Вот в чем минус-то. Давайте ее заменим вообще. На яблоко. Теперь пулемет. Быстрее, быстрее, быстрее. Куча аптечек, ничего себе. Тут прям самое то лечиться. Краска распылителя нет настроя вообще в игре. Я побежал пока что на улицу. Я надеюсь, нам сегодня удастся побывать еще и монахиней. В адском обличии. Так, не то. Ух ты, йоу, где? Пока не видно, где он откроется. Ждем. А, все, сзади. Нас трое, трое смотрят за мной. Как он тогда дошел до тройки лидеров? Ух ты, я могу монахиней стать. 235 патронов, ничего себе он накопил. То есть я сейчас стану монахиней и могу атаковать? Надо вообще до появления портала нам превратиться в монахиню. Рогатка. Ее меняем. Краскораспылитель. Так, давайте только пулемет оставим. Ух ты, я вижу его, вижу. Станем монахиней. Демон такой, смотрите.
Беги! Побежали, побежали за ним. Атаковали! И просто победа. В адском обличии победа. Как вам такой прикол? Это было эпично, хотя мог его расстрелять из пулемета, он даже не знал, где я. Видели, совершенно в другое место смотрел. Играем дальше. Сегодня мало того, что стали монахини, еще и смогли победить с помощью нее. У всех руки, давайте взрывим чат. Да игра вообще супер. Единственное, что на эмуляторе играется, я уверен, не как на телефоне, а хуже. Забираем, рискуем. Просто рискнули всем, что можно. Вау, вы видели, что мы подобрали? Осколок душ подобрали, можно так сказать. Так, Чарли не видел, что мы здесь прошли. Вместо дробовика. Более эпический дробовик-то. Где там? Кто по нам стреляет? Слева разборки, похоже. Заходим. Здесь где-то разборки прям конкретно идут. И тебя. Краскораспылитель. Так, атаковали неплохо. И по нам вообще ни разу никто не попал. Да, меня то в бок ведет, то куда. Клавиши прям отпускать нельзя. Выбежал на улицу. Давайте оружие ближнего боя поставим. Краскораспылитель. Ёкарный бычин. Сразу же. Ничего себе. У нас эпический пулемет с вами. Все хорошо, спускаемся. Ох, йоу, вижу. Так, все для ближнего боя тогда. Давай. Перезаряжалась, видели? Йоу. Три осколка. Сматываемся, будем здесь просто сидеть. А-а-а, пипец, лечиться надо. Все, не лечится, гад. А ладно, давайте не стрелять. Давайте полечимся тогда. Все, хорошо, получилось. Немножко поправили здоровье. Он думает, что сзади стреляют, видите? Так как там кто-то был. Кстати, их спи валяются. Все, краскораспылитель берем. Каким-то чудом я забрал дробовик его. Портал откроется через сколько-то секунд. Так, у нас два яблока. Едим еще. Мне пулемет нужен мой, эпический. Беги, беги быстрее за ним. Сейчас заберут. Так, ну ладно. Забираем. Откроется портал справа. Нас четверо в игре. Сейчас будут самые сильные игроки, получается. А у нас четыре. Можем монахини стать. Портал откроется где? Прям в часовне? Так бывает. Давайте монашкой зайдем. Смотрите, там глючит Вильям. Побежали к нему. Вильям просто глючит. Антонио устранили. Ёкарный башен. Так, мы сейчас на тебя нападем. Так иди ты. Пипец. Все, началось. У меня клавиши не туда идут прямо. Засиживаемся прям здесь. Есть, хватило. У нас с вами нет вообще ничего. Все первое. Досидели. Напряженно было. Где тот человек-то? Куда делся второй игрок? Почему он не шел в портал? Ура, у нас сегодня уже несколько побед-то точно было. Давайте за Чарли сейчас поиграем. Кстати, его можно апгрейдить. Сразу же причем. Принять. Еще. Уже будем Чарли. Но в нас, скорее всего, легче попасть, раз мы такие полные. Ах, ты больше нечего улучшать. Выбираем его. Смотрите, Чарли. Наконец-то. У него больше ячеек инвентаря. Умение Чарли обеспечивает ему дополнительное место для оружия. И он может собирать больше оружия. Это огромный плюс. Представляете себе на одну ячейку больше. Какой это огромный плюс. Мы появились вообще в часовне, что ли? Дробовик.
Здесь как будто кто-то топает. Нас сейчас в игре 14. Поднимаемся на самую крышу. Смотрите, вау, здесь еще сундуки есть. Я здесь даже ни разу не был. Реально на одну ячейку больше. Это такой плюс. Краскорасплитель. Перелезть-то можем? Похоже, нет. Отсюда можем только стрелять по всем. Ладно, спускаемся вниз. Кстати, мы можем с вами сделать граффити здесь на стене в память, что мы здесь были. А здесь оставим бомбочку. Так, нет, она в чат уходит. Во. Ставим краскораспылитель. Побежали за шариками. Видите, рогатку подняли. У нас и яблоко есть. Все как будто бы в здании засели. Я сам как мишень, видите, хожу-то. Я большой. Мишень с крыльями. Даже можно сказать, что у нас сегодня субботняя игра с подписчиками, потому что явно подписчики в игру заходили. Забежали. Вообще никого не видел. Уже 4 человека осталось. Где все? Нашел. Пока не стреляем, видите, раньше времени. Вниз направил специально. Потому что он от нас все равно убежит. Он в кабинку зашел. Так, стреляй. Есть, последним патроном. Да еле, пулемет берем. Что у него было? Вообще все. Это была жесть. У него было все. На аптечку. Лечимся. Смотрите, у нас вся жизнь сейчас восстановится. Вот и все, класс. Кстати, скоро портал откроется. Нас в игре трое. Портал откроется через 3 секунды. Прикол. Все, портал открыт. Ёкарный вышин. Ну, хватило ему. Замотка происходит. Быстрее берем кристаллы. Давай! Он не идет, Чарли. Пипец, прям при всех монахинь стал. Ах ты гад, он в портале. Есть, победили, стоя в портале. Вау, вот это первый опыт. Кстати, написано, Топси победил Чарли. Было очень символично, первый раз играем Чарли и победили сразу же. Заработанные очки души, кстати, мы можем его качнуть уже. Давайте выйдем сейчас. И потом сыграем еще одну игру. Заходим в персонажи. Чарли улучшить. За 100 монет. У нас уже 6 уровень у Чарли. Очень быстро. Мне чем он понравился-то, можно больше таскать оружие. Получается почти бессмысленно становиться монахиней, если человек зашел в портал. Ужасы не умеют заходить в портал. А мы были именно ужасом, монахиней. Рогатка. Пулемет. Так, ну у нас, конечно, нет яблочек. Нам повезло респауниться на втором этаже. Смотрите, мы можем сейчас атаковать сверху кого-нибудь. Так, раз дверь открыта, значит здесь люди. Были, по крайней мере. Хватило. После нее что-то осталось. Кстати, а почему-то не взяла ничего здесь. Краскораспылитель, конечно же. Для ближнего боя я его беру. Потому что пулемет подходит издали. Ой, я здесь уже был. Играем с вами последнюю игру. Так, 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 где, где, где? Обходим. Кстати, у меня пулемет эпический. Столько покинуло игру. С нас 7 в игре. Вижу. Есть, хватило ему. Это для дальней дистанции, видите? Я прям такой уже тактик стал. Нас 6. У меня ни одного яблока нет, кстати, это опасно. Все вскрыли. Ну-ка здесь. Ничего нет. Автооткрывание дверей поставил. Да, яблоки нам срочно нужны. Хоть по мне и не попали ни разу, это ничего не значит.
Ну, как-то долговато, если честно. На аптечку. Получается, нас пятеро. Побежали за сундуком. Я бы предпочел все-таки яблоки. Так, ну тут одно всего лишь. Давайте вместо рогатки. У нас будет просто куча лечения, если что. По мне ни разу не попали. Я звуки-то слышу, но где они? Ну смотрите, я просто ходячая мишень. Вот сейчас. Это у нас сегодня будет последняя игра в Horror Brawl. Вот нас трое уже осталось. Так, ну-ка, яблочки. Аптечка есть. У нас уже две аптечки. Все, теперь уже достаем пулемет, потому что сзади вряд ли кто-то будет. Я никого не вижу вообще. Они засели, хитрецы, явно. Сейчас как нападут. Кто там был? А, это сундук. Я могу понаходиться пока за пикапом. Через 3 секунды откроется портал. И сразу будем заходить. Заходим. Все, ждем хоть откуда-нибудь. Пока никого не вижу вообще. А все, нас уже не победить. Все, Unreal. Победа, смотрите, как мы легко отделались. К порталу даже никто не подбежал. У нас сегодня Чарли тоже отличился несколько раз. Давайте мы на этом видео закончим. У нас сегодня была отличная субботняя игра с подписчиками. Оценивайте видео лайками, в комментариях пишите, кто был со мной в игре. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.